В Алматы планируют открыть центр поддержки семьи и детства. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка депутат Мажилиса Загипа Балиева. По ее словам, необходимо модернизировать детские дома и создать для детей-сирот максимальный комфорт. Она также отметила, что сейчас в Казахстане уже у 29 тысяч детей тяжелое материальное положение, а 8 тысяч живут без родителей. Новый проект должен помочь этим ребятам. Специалисты ждут одобрения депутатов маслихата города, и при положительном ответе авторы проекта планируют проделать работу за 2 года. Мы будем понимать, что здесь могут найти помощь все. Не только те, которые сейчас в трудных жизненных ситуациях находятся, а может, временные какие-то трудные ситуации. Значит, духовно-нравственные, значит, будем поднимать уровень, будем работать с культурными центрами Ассамблеи народа Казахстана. Задач очень много. Это, ну, такие позитивные задачи.